Здравствуйте, это Анапа. Сегодня 28 апреля 2019 года. Мы участвуем с вами в крестном ходе по Анапе. И еще одна остановка, знаковое место, это родильный дом Анапы. То есть очень такое удивительное место, там, где новые жизни возникают. Ну, возникают-то они раньше гораздо, но тут появляются новые люди. Это Анапский роддом, где установлена икона помощницы рода. Долгое время, порядка 20 лет, она висит здесь, призывая тех, кто на нее взирает, мимо проходит, подумать, что есть действительно помощница в наших житейских нуждах. Помощница в том, чтобы преодолеть какие-то страхи. Помощница в том, чтобы родить и воспитать детей. И нужно к этой помощи прибегать. Пресвятая Богородица всем нам матери. А материнская любовь, мы знаем, что это такое. И поэтому вот это место для нас священное. Многие, даже, наверное, здесь стоящих, молодого поколения, родились в этом доме. Для многих этот дом родной, но, к сожалению, к великому сожалению, там же, где рождаются дети, там их и убивают. Это реальность нашего города, это реальность нашей страны. Это богопротивное дело, но оно тоже совершается здесь. И поэтому одни... Ну, кто не может слышать отца Александра, он говорит, что, к сожалению, здесь, там, где рождаются новые люди, там и убивают неродившихся людей в чреве материнском. Поэтому надо молиться, чтобы этого не было. Ну, это передвижная звонница. Кстати, я подсказал одному здесь такому голосистому человеку, чтобы он выкрикивал еще и возглас «Христос посреди нас», как это установил сейчас в Забайкальской епархии, Читинской и Петров-Забайкальской епархии митрополит Дмитрий. И он уже вот раз крикнул, и говорит, что он еще повторит это несколько раз по ходу нашего шествия молитвенного. Анапа только расцветает, я смотрю, каштаны уже цветут. Там вот на сквере Гудовича я видел цветущие церсисы, я думал, они уже цвели. Вот, ну надо как-то... Отец Александр окропляет стены родильного дома святой водой.
икона «Помощница в родах», размещена здесь на стенах родильного дома. И мы идем дальше. Будут еще включения.